снится мне, то ли снится, то ли в памяти, то ли в бреду, что какая-то синяя птица над дорогой кричит беду. Но какая беда не случилась, даже хладный незрячий немой, я хотел бы сентябрьским утром вернуться домой. Долетает легко до луны. Мне плевать, что она пророчит под своей большой синевой. Я хотел бы в сентябрьский утро вернуться. Которые бывали, в отличие от меня, уже здесь. И так много у меня друзей, которые родились здесь, которые имеют какое-то отношение. Вот, например, Леша Привалов. Вот это наш директор, между прочим, директор группы «Серега». Вот он приехал сегодня сюда совместить приятное с полезным, потому что его родственники здесь живут. И вот как он здесь оказался. Друзья, давайте поприветствуем Лешу. Леша, приветствую. Вот, ну и что хочу сказать. Сегодня будний день. Сегодня же у нас что, четверг? Да. Ребята, вы просто герои, на самом деле, потому что вы пришли в будний день. Наверняка многие после работы пришли сюда. Вы меня хорошо слышите, кстати? Давайте сразу поблагодарим за то, что вы меня хорошо слышите, нашего звукорежиссера. Спасибо, дорогой. Где он, правда, я не вижу? Вот, я сразу хочу сказать огромное спасибо Никите, который является инициатором моего приезда сюда и организатором нашего сегодняшнего вечера. Спасибо тебе, дорогой Никита. Спасибо большое. И я хочу поблагодарить всех ребят, которые причастны к этому замечательному месту, к пабу «Декабрист». Я так понимаю, что место, в общем, не так давно открылось, да? Пару лет. Но это не так давно. Вот я вам желаю, ребята, процветания, чтобы все у вас было хорошо, чтобы такое хорошее место долго-долго существовало. Спасибо большое. И еще одна небольшая ремарка. В этом году исполняется 10 лет
с моего первого гастрольного выезда за пределы родного города Нижнего Новгорода. Поэтому программа, потому что мы видимся вот в таком формате впервые, программа будет очень разнообразная. Я буду показывать вам песни из разных периодов творчества, но знаете, чтобы это не выглядело как какое-то официальное мероприятие, мне бы это очень не хотелось, я все-таки не буду разбивать на какие-то там блоки, рассказывать, что в таком-то году я написал песню. Я думаю, что вам это не нужно, а мне тем более. Вот, поэтому я буду вам петь все подряд, но знаете, что эти песни, они написаны в разное время, и поэтому они могут очень сильно по стилю друг от друга отличаться. Хорошего вам вечера, друзья. Спасибо. И северо-западный ветер шепнул ей лети. Она полетела над городом, дыша его синевой. Сначала над маленькой лужей, потом уже над Невой. Летела сквозь пыль магистрали, сквозь хляби болот, слияв и выкинув вещи, оставив только полет. Внизу бежали трамваи, гудели матросы в портах. И кто-то болел за «Зенит», а кто-то болел за «Спартак». За кошками, а мэр за бендом. Никто и не думал о том, что с ними будет потом. Гуляли по городу люди в кабинах машин. Казалось, они будут рядом, только рукой помаши. Сдымался дым из трубы и уходил в облака. А человек пил из рек котенка из миски локал. Провайдер выкупил совесть и заманил ее в сеть. Но несмотря ни на что, она продолжала лететь. Ее пытались вернуть и поделить пополам. Трезвонили пономари, блестели во всю купола. Тусовщики и пилигримы ее пытались спасти. Но тот, кто умеет летать, уже не сможет ползти. И она летела над городом, дыша его синевой. Сначала над маленькой лужей, потом уже над Невой. Ведь северо-западный ветер шепнул ей лети. И она летела над городом, где-то после пяти. Ты неси свои яблоки, колючий как еж. Ты спишь по 3 часа в сутки и от всего устаешь. Одни кричали «убей», другие вопили «не тронь». Небо цвета и дико, зеленая ветка метро. Метро, в Белгороде будет метро. Когда-нибудь будет метро. Словно к ветру любви прикоснулся. А вчера я заметил, что в городе кончился дождь. Город вышел глазами на свет и от всех сигарет прикурил. Город спал и внезапно проснулся.
Ветер носит с реки шум моторов, резкий крик разобиженных чаек. Скоро выйдет луна, от которой нам с тобою, мой друг, полегчает. И не важно, Нева или Волга, и плевать, человек или птица. Важно то, что, уехав надолго, нужно вовремя нам возвратиться. Я пришел в этот мир ежегодно балдеть от весны, поглазеть на людские тела, на явленье тепла ищу, на снега, что ко времени тают, а 6 миллиардам опять не хватает войны. Не хватает пшена на крови, не хватает любви по ночам. И чего-то еще не хватает. Время раны, конечно, затянет, перепутает сказки и были. Но когда нас с тобою не станет, я хочу, чтобы нас не забыли. Милый друг, ты серьезен и собран, что важнее, победить или сдаться. Ты родился блаженным и добрым, значит, должен таким и остаться. Друг, забей косяк и раскурим трубку мира. Я
хочу увидеть, как сгорает труп кумира. Он долго нам служил, теперь ему пора на покой. Я думал, он великий, а оказалось, он совсем никакой. Пока мы разжигали войну в своей постели, здоровый дух курил в моем здоровом теле. Я знал, что пацифисту никогда не научиться стрелять. Поэтому я вышел из окна и пошел погулять. Города и числа нечет и черт. Под лежачий камень вода не течет. Царь водокруг. Царь водокруг. Царь водокруг. Царь водокруг. Царь водокруг. Thank you.
еще вчера. Кажется, будто пару часов назад. Издалека пароходный вой гаснет, светило над головой. Ветер играет сырой листвой, пылью дорожной мои полны глаза. Пристань, река посреди камней, мы ловим свое отражение в ней. С виду мы стали чуть-чуть умней. Глубже копните, и дым развеется. Так же красиво горит огонь, теплую стала твоя ладонь. Чайка парит над большой водой. Так хорошо, что даже не верится. В ночь из дома выйду я и сам себе завидуя. Вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Через горы гравия быть счастливым вправе. Стирает границы снов. Мне не хватает привычных слов выразить то, что сказать готов. И по поводу, и без повода. Детское эхо в тиши двора, волосы мамы из серебра и женщина из моего ребра. Где-то бредет с коромыслом поводу. В ночь из дома выйду я и сам себе завидуя. Вдруг воскликну: Господи, дай оглядеться. Через горы гравия быть счастливым вправе. Нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора, нынче такая стоит пора. Спасибо огромное. Знаете, я недавно был на гастролях в Соединенных Штатах Америки, и в Чикаго я выступал в маленькой, такой небольшой музыкальной школе. И там, значит, для того, чтобы собрать побольше народу, значит, ну, хозяин, в общем, этой музыкальной школы, который был организатором моего концерта, он почему-то решил совместить мой концерт с выставкой болгарских художников. Это очень странно, какой логикой он руководствовался, непонятно, но, видимо, для того, чтобы как-то заполнить зал, там, чтобы было много народу. Вот. И, собственно говоря, вот выставка болгарских художников. Пришли болгары, самые такие настоящие, там большая диаспора в Чикаго. И они посмотрели, значит, эти картины, покушали своей еды, выпили своих напитков каких-то. И тут их приглашают, сейчас перед вами выступит музыкант из России, значит. Они заходят, полный зал народу. Ну, то есть русскоязычных человек 20, все остальные болгары.
причем с самого разного возраста. То есть там от совсем молодых ребят, там лет 18 до уже преклонного возраста, солидного. И, значит, они себя слушают, я пою для них концерт. Я думаю, ну, наверное, они после первого отделения как-то так плавно удалятся, потому что ну, они же пришли не на меня, а на выставку своих художников. Но нет, вы знаете, они остались. Более того, я вдруг понял, что, оказывается, люди, которые, ну, примерно там за 40, да, то есть они более-менее даже прекрасно могут изъясняться по-русски. А уж то, что они все прекрасно понимают, это оказалось для меня совершенно открытием. Вот так вот. И я долго думал в антракте, что же вообще у нас есть общего с болгарами? Ну, помимо того, что мы там ездили к ним на курорт там прекрасный и так далее. Что у нас с ним есть общего? И вы знаете, я нашел и спел для них песню. После первого куплета они просто были в покатуху, все вообще, все до единого. То есть я говорю, сейчас я вам спою песню про то, что нас объединяет. В общем, вот такая песня.
знаете, я родился в Нижнем Новгороде. И вот если кто-то из вас бывал в Нижнем Новгороде, то наверняка вы должны знать, что весь исторический центр города – это, ну, в общем, деревня на самом-то деле, иначе не назовешь. Вот сейчас понемножку это все начали расселять, сносить, застраивать. Но вообще до сих пор я вот приезжаю, и диву даешься, потому что, ну вот, после Москвы, конечно, ощущение, ну что, как такое вообще возможно в 21 веке. Но эти домики стоят, покосившиеся, какие-то кривобокие такие, знаете, рухлядь настоящие. И вот я в таком доме родился, и мама моя, которая до сих пор живет в Нижнем Новгороде, вот она переехала вот из такого дома, расселили, ну, наверное, года 3 назад всего лишь. То есть не так давно это все было. И этот домик маленький, это была конюшня, потому что эта улица называлась Малая Ямская, ну, до сих пор называется Малая Ямская улица, и там останавливались ямщики. Там был такой здоровый двухэтажный барский дом, ну, барин жил. А все остальные помещения, у них, ну, какие-то были назначения свои. Там, например, была баня, было складское помещение, была, собственно, конюшня, которой досталось мне, родовое мое поместье. Ну, и там было еще местечко, где ямщики отдыхали, там, да, пили чай, там, вот. И все вот эти вот домики, которые... И в бане жили люди, и в складском помещении. То есть везде жили люди. Это все вот в советское время всех туда расселили. А вот в нашем доме, конкретно в нашем доме, не было ничего, кроме печки. Даже воды не было. То есть мы воду, я до сих пор вспоминаю, мама идет, значит, с ведром на колонку, и я с маленьким ведерком, маленький совсем еще тоже. Потом поменялись. Вот. И так, в общем, вот как-то жили, и печку глиной замазывали, и каждую осень, когда начинались проливные дожди, вода, вот крышу, чем ее не крой, то есть хоть чем ее, но все равно вода найдет путь в дом. И на потолке в ноябре каждый вечер новые узоры на этой побелке, водянистые такие разводы, знаете. И я когда засыпал, вы знаете, когда люди смотрят на облака, представляют там себе что-то, да, фантазируют. Вот примерно так же, и, в общем-то, было и со мной. Я смотрел каждый вечер новые узоры, я что-то там себе придумал, таким образом быстрее засыпал. И спустя много лет я сумел выразить это в стихотворении. Вода заползла на узор потолочный, размыв очертания древних фигур. За стенкой ругается с женщиной склочной веселый и пьяный сосед Балагур. Я больше, чем счастлив, я меньше, чем молод. Мне кажется, вечер еще веселей, когда атакует ноябрьский холод снарядами влаги из дыр и щелей. Мое пианино фиаско из клавиш, игра неказиста, мотив нарочит, но если ты, Боже, меня не оставишь, оно заиграет, оно зазвучит. Оно заиграет, летя и врачу, и сердца обведя гармоничным перстом. Я верю, я даже не верю, я чую, так будет когда-то потом. Надежда на завтра, губительный вирус, гвоздями рассвет прибьет ко кресту. И время мое, как рубашка, на вырост износится раньше, чем я расту. Иглой патефонной изорван и сколот, зажеван, как пленка старинных кассет. Я меньше, чем счастлив, и больше, чем молод. Играю все так же, но пью, как сосед. Очень хочется в этот вечер спеть для вас одну из самых значимых песен для меня самого, потому что с этой песни началась наша большая дружба с Сергеем Николаевичем Чиграковым, с Чижом. Когда мы ее спели, вот с этого все, в общем, началось, что мы сейчас с ним делаем совместную пластинку. Не спеша, правда, но делаем. Вот, а песня называется «Небо, мое сердце».
Живые,
под стон шопеновский клавир, напудрив нос и губы разукрасив, выходишь ты в невыспавшийся мир, в который раз окидываешь взглядом еще не пробудившийся поток людей немых, идущих где-то рядом. Пусть вместе вы, но каждый одинок. Зима по крышам домов, на теле больших городов, искала большие тела, вершила большие дела. Искала, ловила, ласкала, как маленький мальчик оскала чужие песни на улицах. Такого холодного Питера. Каждому своя, и все боятся голода и тлена, притом борясь за вечность бытия. Но даже так, когда свобода зыбка и хрупки корни стержня и столпа, пусть этот мир спасет твоя улыбка, и пусть ее не выдержит толпа. Зима по крышам домов, на теле больших городов, искала большие тела, вершила большие дела. Искала, ловила, ласкала, как маленький мальчик оскала чужие песни на улицах. Такого холодного Питера. Внезапно кончилась ночь.
ночи Господь включил свет, и этот свет резанул мне глаза. И я крикнул свету «Привет!», а в ответ разразилась гроза. И вода смывала с меня пыль и пот и усталость прожитых лет. Ты знаешь, Ольга, если б я был танцором, я станцевал бы для тебя дуэт. А когда кончится день, я хотел бы найти тебя здесь, под цветным одеялом. Если кончатся краски, значит, буду писать тебя мелом на стенах домов. Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не против, если ты все еще будешь. Конечно, вы узнали эту песню Сергея Николаевича Щегракова. У нас с ним просто взаимный бартер. Он поет мои песни, где хочет, а я пою его иногда, тоже где хочу. Знаете, есть категория песен, которые, ну, скажем так, я не знаю, можно их, наверное, отнести к гражданской лирике или к каким-то остросоциальным темам. Но в основном, конечно, это антивоенные песни. И вот, наверное, мне очень хотелось бы дожить до такого момента, когда я буду вот играть для вас концерт в Белгороде и скажу: ребят, я вам сегодня буду петь только о любви. Вот, потому что эти песни, они уже не актуальны, потому что уже давно никто не воюет, что уже все давно уже поняли, что воевать не нужно, что воевать бессмысленно, что воевать это глупо и жестоко. Но, к сожалению, пока такой момент еще не настал, и песни эти, к сожалению, своей актуальности не то что не теряют, а наоборот приобретают ее, к сожалению. Вот, но мы-то с вами разумные люди, и поэтому я для вас буду петь сегодня песню, которая называется «Антивоенный джаз». Что-нибудь высечь и слова все заставы и тюрьмы понастроить еще гильотин. Тот, кто был палачом, станет жертвой, кто был с кем-то, тот будет один. Есть закон, тот, кто младше растет, тот, кто старше стареет. Эти песни звучат пока в наших домах горячие батареи, и страна у чужого забора трется, словно бродячий щенок. И я молюсь за тех, кто вернулся, и за тех, кто вернуться не смог. Но плевав на Грэмми и гранты, собираются в поздний час неизвестные музыканты, сочиняют свой антивоенный джаз. Антивоенный джаз. А меня научили, что солнце не ярче ночного салюта, все имеет свой плюс и свой минус, если не знать абсолютно, что у каждого есть персональный и ничем не оправданный страх. Что ведьмы останутся жить, или не сгорят на кострах.
пожелтевшие фото в руках, и написано на развороте, что закопаны те, кто был за, как и те, кто был против, что страна улеглась до восхода под земельную черную твердь, что позиция может быть разной, но всегда одинакова смерть. Но плевав на Грэмми и гранты, собираются в поздний час неизвестные музыканты, сочиняют свой антивоенный шас. Кто свободу как мы не узнал, вряд ли смогут узнать о нас. Наш ответ обнаженным блюзом — антивоенный джаз. Антивоенный джаз. Антивоенный джаз. Антивоенный джаз. Антивоенный джаз. Как вы смотрите на то, чтобы сделать небольшой перерывчик? Минут 10-15. Да? Все, ура, друзья, отличный вечер. Что, продолжим, друзья мои? Спасибо.
чаю в торец. Но вот пройдет пара суток, и я возьмусь за весло. Вот куда нас с тобой занесло. Вот куда нас с тобой занесло. И нас обоих трясло. Вот куда нас с тобой занесло. Вот куда нас с тобой занесло. Вот куда нас с тобой занесло. Во-во-во-во-во-во. Вот куда нас с тобой. Ой-ой-ой. В нашем городе зритель не выдаст, даже не съест, не съест. Ну а штрафует водитель за безбилетный проезд. Но моя мама свобода, любовь мое ремесло. Вот куда нас с тобой занесло.
и млела сухая пламя, но пела надежде им, и пела свободе я. И руку зажав в руке, спеша замести следы, спустились они к реке. Написать русскую народную песню на современный лад. Я уж не знаю, получилось у меня это или нет, песня совершенно дурацкая, но почему-то я к ней вернулся спустя там несколько лет, спустя 5 или 7 лет, и мы даже ее сделали в аранжировке с группой, может быть, даже скоро ее запишем. Но, по крайней мере, вот недавно в Москве мы ее играли, и как-то все ее так очень весело восприняли. Не знаю, понравится вам или нет. Вышла девочка на пляж. Сколько в этом мире пляжей, сколько в мире и Дуняш. Зацепив один аккорд, кораблю впиваясь в порт, продолжает путь Дуняша вдоль извилистой реки. Она красавица, да только не твоя. Да только не твоя. Вышел на берег Ванюша, Ванюша принял душ. Сколько в мире добрых дунек, столько в мире и Ванюш. Прокричав три раза сос, он краснеет, как лосос, и петляет за Дуняшей вдоль извилистой реки. Она красавица, да только не твоя. Она красавица, да только не твоя. Вышла на берег Марина, у Марины розмарин. Сколько запахов на свете, столько в мире Марина. И застыв на берегу, посылает вслед врагу эстетических проклятий 42 на миллион. Она красавица, да только не твоя. Красавица, да только не твоя. Вышла на берег старуха, от старухи скверный дух. Сколько в мире кривотолков, столько в мире и старух. Обнажив беззубый рот, зазывает и поет. И поет, и поет. Не ходите больше, девки, поздно вечером на пляж.
разница, да только не твоя. Она красавица, да только не твоя. Она была красавица, да только не твоя. Я уже говорил о том, что в этом году 10 лет с моего первого гастрольного выезда. А вот эта песня, в общем, она ровесница, может быть, даже чуть старше. Поэтому она тоже своеобразный такой юбилей небольшой отмечает. Сентябрь подкрался, словно конь, едва переступая. И горка листьев у ворот, и изморь слепая. И кажется, поет душа, и света в ней, как в искре. Но кот осенний не дыша, тепло оттуда в искре. Ночь запоздалая смотрит в окно темнотой бесконечной. Я, как герой, не мой кино, бесполезный, но вечный. И по полям, да по лесам я бреду одинокий. Главное то, что я в небе сам попадаю под стоки. Дождись меня под солнечным небом, дождись меня, но где бы я не был, дождись. За погодой не погод, большая вереница. И распушив хвостяру кот, гуляет по страницам. И родниковой больше нет в ржавеющей канистре. И кажется, что я поэт, и обречен на выстрел. Ночь запоздалая смотрит в окно темнотой бесконечной. Я, как герой, немого кино, бесполезный, но вечный. И по полям, да по лесам я бреду одинокий. Главное то, что я в небе сам попадаю под стоки. Дождись меня под солнечным небом, дождись меня, но где бы я ни был, изнутри.
и заглянув в глаза, скажет: ломай перо, ведь жизнь — это лишь вокзал, а смерть — это лишь перрон. Пока не сошли с ума, ты радость моя, пойми, мой город стал слишком мал, в нем тонет огромный мир, а под проливным дождем все пропадет само, мой поезд стоит и ждет, чтоб нас увезти домой. Какая глупая жизнь, стоит стакан на столе, я очень сильно устал, я прожил 300 лет. Сегодня все как вчера, все та же злая игра. Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби, люби свой Дальний Восток, люби Урал и Сибирь. Лети во тьму и на свет, туда, где нас больше нет. Радость моя, очнись, жизнь — это только сон. Ты слышишь, в сырой ночи крутится колесо, а я допою куплет, и сдвинутся полюса. Радость моя, привет, встречная полоса. Стакан на столе, я очень сильно устал, устал ходить по земле. Сегодня все как вчера, все та же злая игра. Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби, люби свой Дальний Восток, люби Урал и Сибирь. Лети во тьму и на свет, туда, где нас больше песни. Я уже это говорил. Если я пою песню чью-то, да, это скорее, ну, в порядке, так сказать, исключений. Это значит, что когда-то я такую песню услышал, подумал, что, наверное, мог бы сам написать ее, но вдохновение пришло не ко мне в тот момент. Понимаете, да, такая вот история. Что я делаю? Ну, я не могу же не петь, я потому что люблю же. Я иду к автору, и обязательно спрашиваю разрешение. Причем это касается... То есть это мое святое правило, я его никогда не нарушаю, и исключений я не делал никогда. Это касается авторов, причем любого уровня известности. То есть это и, допустим, так было и с Чижом, и с Борисом Гребенщиковым так было. И у меня есть замечательный друг, которого зовут Вадим Демидов. Он из города Нижнего Новгорода. Я думаю, что некоторые из вас знают. Он лидер группы «Хромок». В этом году группа празднует свое 35-летие. Они, к сожалению, существуют скорее виртуально, чем реально, и очень мало дают концертов. Вадим иногда выезжает один в акустике. Я очень надеюсь, что он когда-нибудь до вас доедет. Но я не могу вам сегодня не рассказать об этом чудесном авторе, потому что я считаю, что это один из лучших русскоязычных авторов современности. И 87-й год, Подольск, фестиваль, который назывался «Подольск-87», в этом году 30 лет празднует этот фестиваль. Он проводился, по-моему, всего один раз, да? Так называемый советский «Вудсток». 30 лет назад это было. И на этом фестивале
можно было услышать таких при огромном стечении народу в местном подольском ЦПКО. Выступали такие группы, как «Калинов мост», «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Телевизор». И, в общем, целая плеяда групп, которые сейчас, ну, мы называем их, да, группы первого эшелона. Группы, которые собирают большие залы. Гарик Сукачев, кстати, там выступал. Если мне не изменяет память от прочитанного, потому что в том году я еще не родился. Вот, но это легендарный фестиваль, культовый, и называли его «Советский Вудсток», потому что впервые такого масштаба фестиваль проводился в Советском Союзе. И вот среди всех этих групп, которые там выступали, была маленькая группа из города Горького, которая называется «Хроноп». И, в общем-то, среди тех, кто присутствовал тогда на этом фестивале, не было ни одного человека, который бы сомневался в том, что перед ним будущая рок-звезда. То есть перед ним будущая группа, которая будет собирать огромные залы тоже. Ну вот. Но, к сожалению, так не случилось. Или, может быть, я не знаю, может быть, к счастью. У Вадика к этому отношение очень философское, у самого. Поэтому я так говорю, что я не знаю, насколько это положительно или отрицательно там сказалось на его сознании как художника, как автора. Вот. Но я что хочу сказать, что это, конечно, большая радость, что у нас есть Вадим Демидов, что у нас есть такой человек, который продолжает творить, выпускать невероятные пластинки, в которые включены чудесные песни, и очень скрупулезно они подходят к аранжировкам. Практически каждый год они выпускали альбомы, начиная с 2004-го, потому что вот эти вот 90-е годы, они как ушли в подполье, и практически о них вообще ничего не было слышно. Вот. Но с 2004 года, начиная, вот они начали выпускать замечательные альбомы. Если вы знаете, вот у «Чижа» в репертуаре есть две песни, которые сочинил Вадик. Это «Любитель жидкости», это песня Вадима Демидова, и «Still Life». На самом деле, для меня Вадим – это человек, к которому я всегда могу обратиться за советом. Я знаю, что он никогда не будет привирать, никогда не будет сглаживать острые углы. Я научился выслушивать любую критику благодаря Вадику, научился выслушивать ее с благодарностью. Потому что это как раз и то, что делает нас лучше, то, что помогает нам, авторам. Вот. И вы знаете, вот иллюстрируя свои слова, я почему говорю иллюстрирую? Потому что, конечно, нужно слушать эти песни в исполнении самого Вадима. А я немножко проиллюстрирую, просто чтобы вам показать, насколько прекрасные песни пишет Вадим до сих пор. Поэтому я спою парочку его песен. Одна из них, которая называется «Хочешь со мной», написана в этом году. С моста не виден твой район,
за дымом из трубы не виден дом с мансардой, где на прозрачных простынях ни складочки, ни шва. И только слышно, как вдали, наверное, в порту взрываются петарды и проплывают подо мной чужие острова. Хочешь со мной — иди, только не плачь в дороге, а то костяные боги собьют с пути. Хочешь со мной — готовь питье из степного чая, и пусть нас ведет отчаяние и любовь. С моста не вызовешь такси, всегда плохая связь, наверное, сносит ветром, и птица гордая летит судьбе наперерез. И если я здесь простою, небритый и худой, до самого рассвета прочистят голос небеса и мой объявят рейс. Хочешь со мной — иди, только не плачь в дороге, а то костяные боги собьют с пути. Хочешь со мной — готовь питье из степного чая, и пусть нас ведет отчаяние и любовь. И пусть нас ведет отчаяние и любовь. Oh, yeah.
Я взял гитару, чтобы склеить мотив. Кроме как петь, я нифига не умею. Если не песни, чем тебя удивить? Не знаю. Нужны для поцелуя двое, и для любви все те же двое. Когда знакомятся только-только с творчеством, начинают вот именно вот с этого, вот именно с этой песни. Это, знаете, вот как на фестивале, какой-то рок-фестивале, например, приезжает человек, да, идет к сцене, а там какая-то группа играет билиберду вообще полную. И он так: «Господи, что это такое? Кто их на сцену-то выпустил?» А потом, и он разворачивается, уходит, и тут он слышит, как начинается песня, которая: «Так это же они! Гениально!» И он разворачивается и опять идет к сцене. Ну, после этой песни, естественно, он опять уходит, но как бы вот такие песни есть. У меня есть песня, которая называется «Меняй». Вот. Знаете, я вот как только я ее сочинил, ни один концерт с тех пор не обходился без того, чтобы я ее не спел. И вот, памятую, да, я говорил уже, что я недавно ездил в Америку на гастроли. И вот там, играя концерт в доме у своего друга в Северной Каролине, город называется Райли, это столица штата Северная Каролина, там очень тепло, очень влажно, и такой хороший климат, хорошее настроение. И вот я играл концерт, и ближе к вечеру, к окончанию, да, я вдруг вспомнил, что я в Америке, и что вовсе эту песню петь не обязательно. И я так думаю, замолчу. Ну, то есть, о ней вообще умолчу, никому ничего говорить не буду, как будто ее нет. И запомню этот вечер, как такой, знаете, исторический, что я ее впервые за много лет не спел. Вот, и с таким воодушевлением там сыграл всю свою лирику, и песни не спел, выхожу на веранду, значит, покурить, и тут за мной выходит 5 человек с гитарами, говорит: «А чё ж ты меня это не спел?» Мы сидели весь концерт, ее ждали. И знаете, вот в этот момент я понял, что еще не близок тот день, когда я смогу эту песню не спеть. А уж поскольку я к вам приехал впервые, я ее вам спою. И между прочим, кстати, так как-то судьбоносно очень сложилось, что завтра в Белгороде будет выступать группа «Пилот». Эта песня записана в двух вариантах. Есть в сольном варианте, а есть как раз с Ильей Чертом, который является лидером группы «Пилот». И завтра, возможно, на концерте мы эту песню споем. Но мы точно Черта споем. Но, возможно, эту песню тоже. Вот, поэтому welcome to Pilot. Запись.
посмотри, все полетело, меняй душу на тело, меняй гадом на тварь, меняй свет на фонарь. Когда выпил микстуру, меняй пулю на дуру, когда плен поговорок, меняй масло на творог, когда вырез дворов, меняй власть на воров. Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу. А ты делай, что хочешь, меняй подпись на прочих, кто я точно не буду менять Кришну на Будду и хоть глубокий арест, менять веру на крест. Исполняй закон, делай все, чтобы остаться в живых.
не сгинуть в тоске. Наши руки сильны, наши руки крепки, надружены. Мы слетелись с насиженных мест, чтобы выйти на свет. Обернулись, а площадь пуста, и никого нет. Выходите из дома, вы обнаружены. Обернулись, а площадь пуста, и никого нет. Выходите из дома, вы обнаружены. За мной следят, мы все обнаружены. За нами следят, мы все обнаружены. За нами следят, мы все обнаружены. Последние несколько лет, и города постоянно меняются, и я, благодаря вот тому, что они меняются так быстро, да, могу почувствовать, насколько своя ментальность в каждом городе, так скажем, свой колорит, свой быт, свои традиции, своя культура. Я долго думал, почему, ведь, в общем-то, допустим, там, Курск и Воронеж, они же рядом находятся. Почему такие разные люди? Почему? И, вы знаете, пришел к выводу, что это из-за воды, не из-за земли, не из-за почвы, а из-за воды, из-за тех рек, озер, там, морей, океанов, на берегах которых строятся эти города, возводятся. То есть вода – это то, что, в общем-то, наверное, является сердцевиной нашей, не знаю. И я нашел подтверждение этому в русских народных песнях. Потому что русские народные песни, сочиненные, например, на Волге, очень сильно отличаются от, например, сочиненных на Дону, скажем. Да? Сколько я потомственный волжанин, друзья мои. Мы, конечно, находимся в прекрасном пабе. Здесь, наверное, нужно играть что-то такое очень веселое, задорное. Но, вы знаете, я хочу для вас спеть русскую народную песню, если вы позволите. А вы позволите? Ах ты, душечка, краснодевица, мы пойдем с тобой, разгуляемся. Мы пойдем с тобой, разгуляемся вдоль по бережку Волги матушки. Эх, мы пойдем с тобой в зеленой лужок, мы нарвем цветов, мы совьем венок. Эх, пускай на нас люди заря. Это что же это? Что за парочка?
То не брат с сестрой, то не муж с женой, добрый молодец с красной девицей. Ах ты, душечка, краснодевица, мы пойдем с тобой, разгуляемся. Браво! Спасибо. И уж раз мы, затронули эту тему, то хочется тогда спеть вам еще и русский романс. Вот романс, который я вам сейчас спою, это мой любимый романс, и один из самых, я думаю, красивейших романсов вообще, сокровищницы русских романсов. Он имеет реальную предысторию. Значит, в начале 20 века в Санкт-Петербурге жил граф Шереметьев, который был влюблен в танцовщицу, балерину, ее звали Прасковья Жемчугова. И понятное дело, ну что для, особенно для дореволюционной России, конечно же, имело огромное значение сословие, ну понимаете, титул, статус, чин, сан и так далее. Все вот так. Она была без рода, без племени, а он был граф. Ну понятное дело, что такой союз, конечно же, подвергался огромному осуждению со стороны светского общества. Но граф был человек благородный и был верен своей любви, поэтому он на ней женился. И они прожили долгую счастливую жизнь, полную взаимной любви. И так вышло, что она умерла на 6 лет раньше, чем он. И вот он, ее могила, кстати, она находится в некрополе Александра Невской лавры. Вот если будете в Петербурге, да, то обязательно зайдите. Там, на самом деле, там похоронено огромное количество великих людей. Например, там похоронен Чайковский. Или там Лев Гумилев. Так вот, и он каждый божий день в течение этих 6 лет, отмеренных ему после ее смерти, ходил к ней на могилу и говорил, что он идет к своей любимой на свидание, и поэтому не может пропустить. Вот такие истории, воплощенные в произведениях искусства, они, мне кажется, призваны напоминать нам всякий раз о том, что любовь – это не насморк, да, она пройти не может, что любовь – это труд величайший. И он как бы, любовь не зависит от каких-то материальных там состояний, от физического состояния, там, от земного бытия вообще не зависит. И такие истории, они подтверждают это. И о чем это говорит? О том, что душа человеческая, она бессмертна. Потому что любовь – это состояние души. Если бессмертна любовь, значит, бессмертна и душа. А значит, мы с вами, друзья, тоже бессмертны. Вот. И несмотря на то, что, конечно же, романсы эти все, они достаточно печальные, они в миноре, это, в общем, очень по-русски, на самом деле. Очень честно и открыто. Разольют и на мир в молчании сон и мрак сойдут. Пожатие рук.
хранит молчание мой прекрасный друг. Хочу посвятить песню всем терпеливым женщинам и всем самокритичным мудаков. Пока женщины будут влюбляться
Всех нас здесь собрал. Никита, спасибо тебе большое. Спасибо. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому замечательному месту, и всему персоналу, и владельцу, и арт-директору, и директору, в общем, всем, кто к этому месту причастен, большое спасибо, и давайте тоже поаплодируем. Спасибо Лёше Привалову за то, что приехал. Спасибо, Леша. Друзья мои, и спасибо, конечно, самое главное, самое большое спасибо вам за то, что вы пришли, потому что вы сделали сегодня мой вечер таким чудесным, и
Я пел для вас очень искренне, от души. Я надеюсь, что наши встречи будут проходить теперь в Белгороде с завидной регулярностью. Дай, спасибо.